Так вот, в преддверии Нового года. И в преддверии Нового года мы вам что рекомендуем делать? Мы вам рекомендуем потратить свои деньги. Тратьте свои деньги просто. Потому что новых вы и не заработаете. Особенно если у вас не такие большие деньги, чтобы вы могли себе квартиру купить. Где вы можете замечательно свои деньги потратить? Естественно, купив супер и классный автомобиль. А вот супер и классный автомобиль где вы можете купить? И мы вам предлагаем Левобережный авторынок. Именно здесь вы можете свои денежки потратить. Потому что, ну простите, деньги ваши уже и практически закончились. Будут, конечно, другие деньги, но через год, через два. А вот тогда другие сюжеты. Вы знаете, но Левый берег поднял и меня. Тогда еще машин не было, но с зимы года 1990-го и я тут был. И по сути, кто торговал здесь, барыгами не стали. Барыжничество — это другая кровь. Но здесь тогда было все. Теперь все поменялось. Кто смог, тот поднялся, кто не смог, работает на работодателя. Но всех сюда тянет в одно место. Здесь легко продаются ваши машины. И вы их можете просто купить. И что в преддверии Нового года мы можем пожелать нашим горожанам? Нашим горожанам мы хотим поздравить вас с Новым годом, с наступающим. И также приглашаем вас за покупками автомобилей. Так как с Нового года будет подорожание, так что спешите купить сейчас. То есть можно купить хороший, качественный автомобиль? Прямо здесь, прямо сейчас? Да, конечно, вы можете прийти купить автомобиль, тут же оформляете договор купли-продажи. И можете оформить у нас заявление в РЭП. Так что страховка тоже спокойно оформляется, у нас никаких проблем нету с ними. Кстати, а давайте посмотрим в обыкновенные лица людей. Здесь в действительности понимаешь, что будущее магнитки — это не только сталь, но и машины. Но это прежде всего выбор автотранспорта какого-то, того, который нужен. Ищем, смотрим, интересуемся. Я, конечно, понимаю, что сейчас проблемки, да, с долларом, шикарные проблемы. Но сейчас получается, что в долларах у нас машины просто дешевые. Ну да, получается, да, в долларах дешевые. То есть надо быстрее как-то ориентироваться и что-то выбирать и покупать. Потому что разберут, скорее всего. Скорее всего. Вы машину покупаете? Да. А какую машину берете? Вот такую. Ford Lady. А, вот так вот, да? Fusion. Ford Fusion. Естественно, вопрос, да, цены в долларах, представляете, да? То есть сейчас, оказывается, машину в долларах подешевле можно взять? Здесь? Ну да. В долларах дешевле. В долларах дешевле. А какую машину? Вы обращаете внимание, что Магнитогорск дороги же не солит, правильно? Ну здесь как? Мы здесь уже брали 2-3 машины, поэтому притерлись уже здесь. То есть выгоднее рынок Магнитогорский? Выгодно. Я, честно говоря, вижу замечательную машину, потому что, ну, я люблю Мерседес, у меня есть Мерседес, только мне его немножко кончали. Тем не менее, машина сколько стоит? 500. То есть дешевле, чем 10 тысяч долларов? Конечно. А сколько она кушает? Ну, 3,2. 3,2? Да. Она дизельная. Турбодизель 1,5. Ну, естественно, по трассе она до 3 литров съедает при скорости 100-110 километров в час. Вот что и надо брать. Ну, наверное. Это уже на усмотрение любого клиента. А вообще это то же самое, что для любой девушки кошелек, платье, туфли. То есть это эксклюзивный автомобиль на сегодняшний день в Челябинской области. Такой автомобиль один. И вы его продаете где? На Левобережном рынке. И работа правильная и грамотная. Но только надо понимать результат. Раньше, до кризиса, машинки стоили в долларах. А теперь в рублях. Если кто-то хотел валюту, то простите, это не сейчас. Сейчас выгоднее всего взять машины. Причем выгода в два раза и в валюте. В преддверии Нового года всех покупателей города Магнитогорска можем встретить у нас на Левобережном авторынке. Предлагаем сделать свой выбор в покупке автомобиля в нашем авторынке. В связи с повышением цен во всех салонах у дилеров, на нашем рынке остаются цены на прежнем уровне. Ну и к Новому году мы всех покупателей поздравим, от нас подарки. Ну и, конечно же, будут новогодние скидки. Никто, все останутся довольны. Никто от нас не уйдет. И, конечно, это классно, глядеть в будущее без принципов новизны. Новизна не для всех, и я бы даже сказал проще. Новизна для тех, кто только получил свои права. А разницы между новинкой, ого-го, за какую сумму, и тем, что проще и дешевле, никакой. Вот оно событие, представляете, Новый год. Перед Новым годом вам что необходимо? И мы вам говорим, что вам не проще ли купить автомобили? Потому что такое счастье-то и закончится.
Вот, после Нового года вы поймете, что это такое. Поэтому реклама для вас. Берите автомобили и только на Левобережном автомобильном рынке.